Я счастливый человек. Приунываю, бывает. Вот, не скрываю. Но сказать, что я несчастен, не могу. После смерти моей мамы, вот, когда я видел, как уходит мой близкий, самый близкий в мире человек, я понял, что все, на всю ту хуйню, на которую я тратил свою жизнь и все мысли, и на всю суету, это казалось вот действительно хуйней. Я извиняюсь, по-другому это никак не назовешь. Счастье это, ну, я, наверное, как старый пердун рассуждаю сейчас, как мне один раз сказали, но я понял, что счастье это здоровье, потому что это основное. В Казани есть реабилитационный центр для вот этот церебральный паралич, вот детишек, да? Вы посмотрите в эти глаза, и вот ты посмотришь, сука, кому плохо. Я тогда нажрался страшно, в смысле, напился после этого. Я просто, я не мог, меня колотило, мне просто хотелось себя просто взять и просто ебнуть об стену. Поэтому я счастливый человек.